87 лет поселку Ашукино. Возраст для поселения небольшой. По человеческим меркам почтенный пенсионер. И уже традиционно в честь праздника здесь проводят Ашукино-фест «Сцена без границ». Фестиваль фольклорных ансамблей и родной музыки, куда приезжают со всего Подмосковья. А после концерт в честь дня поселения. В этот раз праздник посвятили защитникам Родины, которые находятся в зоне специальной военной операции. Ведь на территории находится 21-я ордена Жукова бригада оперативного назначения или попросту Софринская бригада. У нас были сомнения, вообще-то проводить или не проводить день поселения в то время, когда люди, ну прямо будем говорить, воюют, вот, и погибают, и раненые есть. Но, побывав у командира части, он сказал, что у нас здесь есть семьи тех, которые там, как говорят, за ленточкой, да, их родные, близкие. Есть люди, которые помогают. Сделайте этот праздник для них. Еще до концерта прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Каждый мог внести свою лепту в общую победу. Дети писали письма солдатам, создавали рисунки. В праздничном концерте подготовили большой патриотический блок. В поселке при Доме культуры недавно образовался военно-патриотический клуб «Наследники». Около 30 ребят из Ашукино разных возрастов заинтересовались этой темой. И для праздника подготовили специальный танцевальный номер. Нашему объединению «Наследники» сегодня 15 дней, да, нас пригласили выступить, ну, себя показать, вот. Так как у нас 30 человек сразу организовалось за полмесяца, то мы решили вот показать такой номер, именно «Россия», да. Почему? Потому что всем ребятам это близко, да. У нас знают поисковый отряд, у нас знают, как бы, военно-патриотические, все участвуют в направлении, поэтому вот решили именно такой сделать номер, в котором участвуют все. К выступлению даже привлекли внука Егора. Он занимается вокалом и не мог не поддержать бабушку. Исполнил песню Ярослава Дронова «Встанем». Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и Бог. Больше не с нами. Встанем и песню затянем. Праздничный концерт подготовили силами Дома культуры. Вначале выступали артисты местного филиала. Вокальный коллектив «Рябинушка», «Узоры», танцевальный ансамбль «Фантазия», а после присоединились и артисты других филиалов. На праздник пришло очень много народу. Многие даже приехали в родной поселок, чтобы поздравить его с днем рождения. Здесь люди очень хорошие, зеленый поселок, очень благоустроенный стал поселок, все замечательно. С каждым годом лучше и лучше. И народ сюда едет, едет, это большой показатель, что многие хотят здесь жить. Чем нравится поселок? Ну, это наша родина, как и у всех все. Все свои города и прочее. Так что мы любим, гордимся свою родину, свой поселок. И всегда празднуем этот замечательный праздник. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Евгений Коломиец. Новости Большого округа.